Кімге? Жо, кімге рұқсат алдыңдар? Балдет. А, кім? Неше бергесі? Жоқ, бастығым. Бастығың жіберші, бастығыңды. Одним из первых тревогу забил журналист-краевед Кенезбай Исмаилов о варварстве в парке Кембаба. Он написал в своем микроблоге в социальной сети Facebook. Нашей съемочной группе об истории этого дуба в том числе он рассказывал, еле сдерживая эмоции. Шымкент қаласында. В Шымкенте мало вековых деревьев. Было 3 дуба у Аль-Фарабийского суда, но мы их потеряли. А эта аллея закладывалась более полувека назад. Любая обрезка должна производиться специалистами, грамотно. А как это назвать, у меня слов нет. Между тем предприниматель, а парк Кембаба находится в частных руках, обязан был обратиться в ЖКХ за разрешением на вырубку. Они должны были прийти к нам, согласовать его. И потом мы должны провести обследование. Но мы как визуально всем даем, и потом мы даем разрешение. Один из письменных разрешений, но он к нам не приходит. Но руководство парка с обвинениями категорически не согласно. Говорят, не сруб это был, а обрезка. И не вековой дуб, а тополь. Там был тополь, во-первых. И во-вторых, этот тополь очень многолетний. Мы, со своей стороны, устроили обрезку вот этих вот гнилых, более-менее рискованных таких, скажем, деревьев обрезали, нежели жалеть о том, что мы не сделали, и при этом пострадают люди, лучше сделать сейчас, ежели не доводя до того, чтобы пострадали люди, там, потому что в основном ходят маленькие дети, и, как я говорил,